18 марта губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вручил государственные награды работникам науки, культуры и образования. Спасибо вам за то, что вы делаете. Мы надеемся на вас и думаем, что награды, которые сегодня будут вручены, будут дальнейшим стимулом для того, чтобы трудиться еще лучше. И, конечно, я с удовольствием хочу сейчас выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и вручить вам заслуженные правительственные награды. В числе награжденных сотрудники Университета Лобачевского, декан факультета физической культуры и спорта профессор Вадим Геннадьевич Кузьмин и профессор русской литературы филологического факультета Николай Фортунатов. Вдвойне приятно, что отмечается работа университетских филологов. Вот это первый момент. Второе заключается в том, что колоссальная, конечно же, благодарность вот в этот самый момент возникает по отношению к Альма-Матер, к Нижегородскому государственному университету. Вручение государственных наград сотрудникам университета Лобачевского продолжилось 21 марта в стенах университета. Столетие не закончилось наше, столетие празднуется. Весь этот год посвящен вот этой замечательной дате. Вы знаете, что значительное число наших преподавателей, научных сотрудников, молодых и очень молодых ветеранов, награждены разными наградами. В том числе в этом отношении нас поощрило Министерство образования Нижегородской области. В рамках празднования столетия ННГУ министр образования Нижегородской области Сергей Наумов вручил почетные грамоты представителям всех подразделений, факультетов и институтов университета Лобачевского. Я почти уверен, наверное, это общая позиция всего правительства. Без университета не было бы тех достижений в Нижегородской области, которые у нас сегодня есть во многих отраслях, включая особенно все, что касается радиофизики, все, что касается химии, все, что касается многих других вещей. Мы техническая такая направленность в области, поэтому мы гордимся тем, что вы у нас есть. Разрешите вас еще раз поздравить и поблагодарить за работу. Всего к наградам Министерства образования Нижегородской области были представлены около 600 сотрудников университета.